москвич? Конечно. Вы прям, девочки, сегодня мне как-то везет. А москвиче оно хорошо, понимаете? Не будет вас разводить на квартиру, на машину. Уже, небось, все есть, да? И своя квартира, и машина. Ну, не прям все. Ну, дай бог здоровья, конечно, бабушке. Ну, скоро будет своя квартира. Нет, пусть живет долго. Ты еще молодой, ничего, поживешь с родителями или ты снимаешь? Нет, я сам живу. Сам живешь необычно. А снимаешь квартиру? Нет, не снимаю. Своя квартира? Своя. Бедная бабушка. Ну ничего, ей там тоже хорошо. Скажи мне, солнышко, работаешь, учишься? Нет, я здесь пришел поработать. Ну а до этого что ж, тунеядничал, сидел на шее у родителей? Нет, работал. Ну вот, я и спрашиваю, ты дымут, ничего вам наливали? Я опытный. Да? Ничего не скажешь, в коктейль не подмешивали? Подмешивали. А, поэтому тебя сейчас спили, да? Проприн! Вроде как. Ну это только завтра тебя отпустят. Вот так делает, значит послезавтра отпустят. Сможешь плюнуть-то? Блядь, нет, слюну, я что ж с вами пила? Привет, с наступающим. Сегодня такой красивый, прям сдохла под тобой два раза. Я уже 6 раз пыталась, не получается, всегда выживаю, как-то вот. А они на мне подыхают. А, скажите, сколько вы за ночь можете, ну, сделать чуть-чуть? 3 раза по 30 минут. Ебать! Нет, ну это прям ураган, парень! Минет любите? Когда как? Что значит когда как? То есть когда зубами шкрябают не очень? Не очень. Но вообще любите? Конечно. Так, ага. А когда вам делают, нравится? Ну всякое бывает, господи, надо вот, ну, секс-то получать удовольствие по полной программе. Мужчины, они многогамные, они всякое разное могут, девочки, так что вы не обессудьте, а что вы тоже друг дружку можете сделать тут? Ты мой друг, я твой друг, мы друг друга, друг. И что, если хорошо? А что иногда бывает, всех парней разобрали, что ж вам скучать, когда вы уже пьяные? Закрылись в туалете и сделали ли изучаете на друг дружке? Вон соломинку взяли? Ла-ла-ла-о! Лизандр! Умею. То есть, подожди, учился где-то? Нет, меня выучили. Ебани! То есть у тебя была девушка опытная, которая любила стриптиз? И сейчас есть. Дома ждет тебя? Нет, не ждет. Видимо, ему 2 крышки ебанули. Подожди, у тебя есть девушка, но она тебя дома не ждет. Значит, ее как будто бы нет. Как будто бы и нет. Но она есть. Бывает. Ага, то есть если... Так бывает, так не бывает. Бывает по-разному. Как ее зовут? Точно не помню. Ну, короче, дамы и господа, перед нами стоит нормальная московская профессиональная, блядь. А чего, правильно? Чего помнить имена каждой? Их вон сколько много. А ты один, красивый, молодой. Сколько тебе лет? 20. Я сейчас про размер писи спросила, говорю, лет сколько? 20. А, и там 20? Да. Ну, это хорошо. А готов сейчас раздеться догола? Всегда готов. Ой, в этом месте, девчонки, аплодисменты. Надеюсь, будет праздник и на нашей улице. Наконец-то мы увидим нормальный, настоящий стриптиз. Аплодисменты!